Книга Открытым оком. Тема рождения. Вопрос 3553 Евангелие от Марка 2.1517 Здесь говорится о том, что Иисус возлежал в доме, и возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было. Почему мытари к грешным людям не относятся, а грешники выделяются особо? как их можно было отличить, когда все согрешили? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Хотя все люди грешники, но есть некий минимум порядочности. Если человек просто регулярно выпивает, но работает, не валяется, он как бы и не пьяница. Вроде бы негласный есть барьер греха, за который уже начнут осуждать. Так вот, на этот раз был возле Христа отверженный так называемый деклассированный элемент, порча общества, отбросы людские, кому в порядочное общество вход заказан. Мытари, конечно же, грешники, но узаконенные грабители, не разбойники с большой дороги. И многие их ненавидели и в то же время завидовали им. И причислить их к бомжам и порочным в массе людей не совсем удобно было. Они как бы выходили за рамки обычных людей, были при должности, и их клеймо «грех» – узаконенный грабеж. Это их выделяло как целый класс, кого порядочные граждане презрительно называли «великими грешниками». Книга пророка Аввакума. 1.4. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного – то и суд происходит превратный. Послание к римлянам 3.10. Как написано, нет праведного ни одного. Стихотворение. Змея лежала под колодой и злилась на целый свет. У ней другого чувства нет, как злиться, создана уж так она природой. Ягненок в близости резвился и скакал. Он о змее совсем не помышлял, вот выпалшие она в него вонзает жало. В глазах у бедняка туманно небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. «Что сделал я тебе?» — змее он говорит. «Кто знает, может быть, ты с тем сюда забрался, чтоб раздавить меня?» — шипит ему змея. «Из осторожности тебя караю я». «Ах нет!» — он отвечал, и с жизнью тут расстался в ком сердце так сотворено, что дружбы ни любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает. Крылов, 1821-1823 годы.